Да, Сань? Алло, ёпта! Здорово! Что за ругань опять? Да? Диман! Здорово, братан! Здорово! Я надену шляпу! А чё, показать вас? Да покажи, чё, нет? Не, ну я так... О, Саньки два! Братцы, привет! Покажись! Йоу! Это рэп, братва! Смотри, девушка теперь, которая хотела встретиться с Аркашей, а в итоге с Саньком. Смотри. Привет. Здрасте. А, так ты с Аркашей хотел встретиться? Да. Так ты дождись меня, мы с тобой встретимся. Это не в моем вкусе, Сань. Ну правда, нет, девчонка симпатичная, ну. Дима. Да. Да нет у меня никакой бригады. Какая у меня может быть бригада? Ты сам не понял, да, даже какое счастье на тебя свалилось, братан? Да я чё понял. Да чё ты меня там видел? Ты меня с Андрюшей не путай. Я тебя видел, блин, в нормальной, когда ты в своей тарелке, вот ты квадрат себе создал и в своем чипке. Это сам себя создавал. Вот знаешь что, вот когда меня Саня видел, что я чуть витрины не ронял, вот Саня меня видал. Вот Саня красавчик, а ты видеть меня не мог вживую. Да я тебя не видел. Вот, давай, ронял. Вот. Вать, вот когда ты приедешь к Кохму, да, Вать? Сань. Это, допустим, ну, там, что у вас, там, я не знаю, какие у вас там эти, с Диманом. Сань. Ты приедешь, будешь снимать, ты меня хоть позовешь в ролик. Сань, во-первых, знаешь что, во-первых, мне еще снимать не на чего, это раз. Во-вторых, ну, я тебя попрошу, возможно, тебя, ну, если у тебя будет возможность, может, ты меня даже встречать будешь, Сань, если у тебя будет такая возможность. Что делать? Встретить меня. Не, ну я, знаешь чего, встретить-то это где, ты имеешь в виду, откуда? Ну, в Москве меня встретить с аэропорта. Ну, это по числу, опять же, по возможности, Сань. Ну все, ну. Это надо будет знать, когда именно время и когда. Ну, именно... ну да, да, заранее созвониться, Сань. Заранее, конечно. Не сбу. Но ты меня не бросишь на паперти, я буду у тебя там в роликах, если хочешь, ну, появляться. Ну знаешь что, Сань, я никого не заставляю, захочешь, появишься. Я ведь, ну. А, то есть, ну ты старых-то персонажей ты будешь держать хоть с собой-то? Кого? Да не, у меня ни бригад никого не будет. Там свое захочешь. Нет, ну я-то хоть появлюсь, я имею в виду то, чтобы я появился у тебя. Нет, ну захочешь, я никого не принуждаю. Захочешь, сам появишься. Ты должен понимать, что кому-то я тоже буду интересен же появиться. Ну, не, ну я понимаю, Сань, я никогда ни за кем бегать не буду. Ну, на стрим приедешь ко мне, наверное. Я думаю. На стрим, конечно, ё-моё, это что ты? Вот. Ну, все тогда. Давай ты расскажи сам, как ты считаешь нужным, как ты считаешь, почему ты поехал в Таиланд. Ну, понимаешь, вот я поехал в Таиланд с Диманом, да? Ну? Вот, я поехал отдохнуть, а причем здесь пятерочка и так далее. Вот это, ну... Но ты не отошел от пятерочки, когда ты поехал отдохнуть туда, в Таиланд. Да какая разница, чего я отошел, чего я не отошел. Это ты мне сейчас что-то тут за пятерочку говоришь. Я-то отдыхаю по-своему, понимаешь? Ну, у меня... Диман! У меня отдых-то есть, у меня отдых состоялся, Сань. Вот, а это... А у меня поеб... Это твое мнение там по поводу пятерочки и всего остального. Не ругайся, тихо. Кто ругается?
всем, не ругайтесь. Ты не бузи. Так, больше, чем нужно-то. Так они, а никто и не бузит. В чем я бужу? Я наоборот тебя. Вот Сань, ты мне скажи, в чем я бужу-то. Вот ты мне просто скажи, в чем я бужу. Ты не прав. В чем я не прав? Вот извини, ты со мной нормально общаешься? Нет, Сань, ты со мной нормально общаешься, я с тобой нормально. Сейчас твоя жизнь, смотри. Нет, кто... Смотри, кто-то грубо. Нет, Сань. Саня, подожди. Кто-то грубо к тебе относится, ты как относишься к ним? Ты с ними так же, ты так же вежливо разговариваешь, когда к тебе грубо. Мне тебя жалко, чувак. Мне жалко тебя. Слышь, тебе меня жалко? А давай идем. Мне не будет жалко. Давай. Все пусть разговаривают. Давай, нахуй. Давай. Приезжай. А ты сюда приедь. Да, приехал. Нет, а сюда-то приедь. Нет, Сань, почему я к тебе должен ехать? Приедь ты ко мне. Ты ко мне сможешь приехать? Ты мне скажи, в чем я себя... Скажи. Это по твоему выражению. Ты сможешь объяснить-то, нет? Из чего исходя? Знаешь что, Сань, а когда тебя будут попрекать каждой хернёй, и ты за это, на это будешь закрывать глаза, ты будешь нормальным? Ага. А это кто говорит? Это, подожди. Это мой телефон, блин. Это мой телефон. Слышь, Вань, пошёл ты нахуй. Задействуешь за теми комментаторами, которые тебя... Ты чё орёшь-то, блядь, ты дурак, что ли? Я тебя не понесло. Сань, угомонись. Сань, угомонись. Тебя хозяин. Какой хозяин? У меня нет хозяина. Это ты так думаешь. Она по факту у тебя есть хозяин. Покажи-ка мне, покажи мне хозяина. Сань, вот я приеду, я у тебя в натуре спрошу, кто у меня хозяин. Вот я приеду, спрошу тебя. Если ты мне не ответишь... если ты мне не ответишь на этот вопрос... А ты мне ответишь на этот вопрос? Используйте новые возможности с бесплатной кредитной картой Альфа-банка. Целый год без процентов. Чего ты замолчал? Я отвечу на эти вопросы, то у тебя хозяин, молодец. Да? Ладно, хорошо. Ну, это прям будет на видео. Нет, за такие вопросы нельзя, нет. Нет, прям... Вань, да не слушай, он просто это поехал. Так нет, ну... Да что ты это... Ты мне больше не товарищ. Вот после а этого... А кто я тебе? Да ты для меня теперь вообще никто, после вот твоих разговоров. Так, слышь, знакомый Саня. Ты знакомый Саня для меня. А ты для меня чем? Я рад за тебя. Какой вопрос он решает? Если он решает такой вопрос, давайте один-один встретить где-нибудь на фитачке, и все. А зачем он? Я не буду лезть в ваш разговор. Так нет, а Саня, а для чего мне вот этот пьяный разговор нужен с ним сейчас? Да не. Так о чем ругался? Чего ругались-то, я не понимаю, из-за чего? Я не ругался, телефон там, ну, как обычно, Диман прибухал. А, этот Санька, что ли? Ну, да, я даже внимание обращал, Диман, ну, потому что... Ну, телефон это наш. Ну, а че он там начал такую же херню, как Гришка, там, хозяин, не хозяин, там, ну... Че, в натуре? Ну, да, но он перебухал, я в натуре даже... такую вещь говорю? Да. Это Саня Крико? Да. Тебе говорят? Да. Ну, какой противный. Да, ну, че, в натуре? Ну да, он там, блин, да. А Саня со скотчем говорил? Ну, Саня говорит, Васек, не обращай внимания, там, если ну, хочешь приедь, говорит. Разбей ему. Ну, а Диман, это глупость. Ну, знай Санька Крикуна. Ну, Диман, на что там обращать внимание? Ну, сам понимаешь. Ну, в смысле, на что обращать внимание? Да, ну, зная Саню, ну, сам знаешь, чем можно брагозить. Ну, ладно, ничего страшного. Он и на тебя брагозил в Москве. Ладно. Че тут? Да, тут не за что даже огорчаться. Да, Сань. Во. Куда-то нет, и я уехал, он один. Понял. Да я-то это недавно пришел-то. А чего они там ругались-то? Так
слушай, Крикун просто вспомнил за то, что какой был Вася и каким стал. Вот в чем. Понял. Но в итоге решили у пятерочки, короче, у квадрата на кулаках выйти. Я не решал ни. Это вы там что-то. Вась, тогда уж вы сами решайте, потому что ты говоришь так, а он говорит так. Ну, как бы я не имею права у вас решать. Но мы будем промоутеры. Промоутеры. Да. Ну, нейтралитет будет такой вот. Ну, как бы вы решайте сами. Да, понятно. Весовые категории, в принципе-то, одинаковые. Да, нет, ты что? Да, нет, Крикун-то он... Крикун, как я. Ну, 80 где-то с чем-то. Не-не-не, слушай-ка. Ну, Вася хлёсткий. Вот в чём вопрос. Вы что тут договорились, кто хлёсткий? Они уже всё решили за меня. Но, тем не менее, драки не избежать. Пусть они тогда это... Не просто так на квадрате встречаются. И лучше ближе к лету, чтобы... Санёк хочет, а Вася просто, ну, заднюю сдаёт. Я заднюю не сдавал, я просто молчу. Ты в натуре заднюю сдал? Я не сдавал. Я пока ездил, ты заднюю сдал? Я не сдавал заднюю. Не-не-не, Вась, ты сказал, что да, это пьяный разговор. Пьяный разговор. Так и был, в принципе. Вот он будет трезвый, мы на трезвый поговорим. На трезвый. Потому что, ё-моё, какие трезвые разговоры-то вы решили уже сейчас по сути-то. Я ничего не решал, это решил он. Саня, он Я-то при этом разговоре-то не был, вот в чем Саня, дело. Саня, он пускай будет трезвым и спросит меня об этом. Я-то при этом разговоре-то не был, я... Только половину этого разговора он же не вывезет. За его ты не даже... Просто, ты что, ты это... Ну, так нет, даже за его на оскорбление. Так нет, на самом деле-то он что, ну, тебе предлагал прям, ну, типа... Типа что? Но он мне сказал, ты приедешь. А ты что? А я... Диман, а я нет. Послушай, а я предложил не просто у***ть, а предложил просто вот встать, ну, я не было слова спарринг, но типа спарринга, вот так вот. Вась, так ты сказал, что ты вообще никто уже больше, не друг мой, Настя, никто, ничего не значит. Я сказал не так. Я ему как сказал? Вот, Сань, ты вспомни. Для меня он так больше... Ты сказал, что ты... Так вы о чем здесь разговаривали-то вообще? Сань, вообще вам? Я ему как сказал? Я ему сказал, для меня ты больше не друг, ты просто знакомый Саня. Ну был-то другом, был-то вообще... Я ему сказал, после этих слов он мне не друг, после а каких? Просто знакомый Саня. Ну вот вы решите на квадрате, что друг не друг. Вот а я почему ты за нас решил? А может мы у пятерочки будем? Или у магнита? А, ну... Может, почему ты решил, гащел квадрата? Почему ты такой в натуре? Ну, тут такой разговор не в этом плане, то что ты... Так нет, он-то мне нагрубил. Он прям как вылазит с маршрутки. Мне кажется, это как-то надо решать все равно при встрече. Ну так при встрече мы его и спросим. Ну я уехал, это я понял то, что там разговор не задастся. Он погнал и на меня, и на тебя. Он мой друг, 20 лет мы с ним дружим, 20 лет. Вот, да. Вась, я к тебе тоже уважительно отношусь, потому что я знаю, что ты делал для Димана, я помню, ну, вот эти моменты все, когда, ну, он был там в местах. Да, вот. Чего? И я просто хочу, чтобы ты решил этот вопрос. Нет, так а что серьезно-то у вас было-то, я так понять не могу. Вы прям ругались? Да, так а из-за чего ругались-то, ёпта мать? Я не такой, я приехал в Таиланд, у тебя и в Таиланде есть свой хозяин. Это ну, Санька говорил? Не я, ёпта. В натуре? Нет. А ты ему за это предъявлял? Ну да. Красавчик. Я говорю, что нет у меня хозяина. Ну и так далее. Васек, ты что-то как-то неубедительно говоришь. Ну это так и было, он любит тебя в чат напишет. Да Васька сам не понял, что говорил-то походу. Да я все помню, Саня. Я так понимаю, что даже и Санек не особо помнит, что тебе-то говорил. Да ко мне без разницы, я у него трезвый спрошу. Так почему на самом деле, Санек, вот дай я с тобой просто поговорю, почему вот, допустим, ты постоянно, вот честно скажу, почему ты косячишь, вот честно скажу. Мы нормально общаемся, и, ну и с Васьком ты, и я с тобой нормально. Почему такая тема, когда я уехал, вы начинаете Васька, ну типа, прижимать? Не, с Саней все ровно было. Подожди, руки! Да тихо себя веду. Почему вы прижимаете, ёпта, пацана? Послушай, но ты это неправильно сейчас говоришь. В смысле неправильно? Вася правильно сказал. Не, Диман. Не-не-не, подожди, секунду. Почему? Не-не-не, подожди. Вот я уехал, вы начали... Если это твой друг, Саня Крикун,
Ну почему ты его не остановил? Можно тебе ответить, почему я не остановил? Потому что это взрослые дяди по 35 лет, 36. Не, ну и это понятно. Это право останавливать. Но это, сами это понятно. Вот смотри, я тебе также скажу, вот честно. Вот с Гришей, ты знаешь Гришу? Ты Аркашу тоже знаю, видал? Я помню. Ты Аркашу видал там два раза на стриме, у него там поприсутствовал. Ты знаешь Аркашу вообще, кто такой Аркаша? Слушай, ну мне Аркаша, вот давай поговорим про Аркашу, давай вот так поговорим про Аркашу. Не-не-не, подожди, стой, подожди секунду, не, я не хочу сейчас, подожди. Вот смотри, Гриша сидел рядом, зная меня, ты знаешь меня, что я делал Грише. Правильно? Ну, я знаю, конечно, ну, а чего дальше? Вот, и Гриша сидел, меня Аркаша по-всякому. И Гриша просто сидел и поддакивал. Это нормально, ты считаешь? Я не буду мельтешить и говорить, делал ли он правильно, делал ли он неправильно. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц. И бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ты Санька знаешь довольно-таки, вы вместе там. Мы 20 лет с ним друзья, 20 лет мы с ним друзья. Да, совершенно верно. Вот смотри, я уехал, Крикун начал на него гнать, на Васька. Сидит Гриша. Я тебе просто детально просто обсуждаю ту ситуацию, которая вот, допустим, рядом была с этой ситуацией. Только это было буквально где-то, наверное, дня 4 назад. Ну да. Гриша сидит, которого я, ты сам знаешь. И ты это прекрасно понимаешь. Сидит Аркаша. Меня хуй. Гриша сидит, поддакивает. Да это хуй. Так вот, у меня просто закрадывается такой интерес. Как ты считаешь, Крикун, сейчас я просто при Крикуна говорю, он прав в Ваську сторону или нет? Слушай, вот именно как конкретно по поводу Васи? Короче, я просто сделал такую хронологию событий, что Васек, он со мной. Ты сам знаешь. Я понял, я знаю. Да. Саня, он с тобой. Ты его знаешь больше, чем Васька. Правильно ведь? Правильно. Гриша... Саня сказал хозяин. Гриша знает меня больше, чем Аркашу. Правильно? Правильно. Аркаша сидел на меня просто говорил то, что я и всякое остальное. Вот, окей, Гриша ему поддакивал. Так вот, я просто делаю просто вот такой вот шар. Ты сидел рядом, зная Васю. Сидел Саня, Крикун, ну Санька, мы знаем Саньку. И ты ничего не сказал, там, Санек, успокойся, там, туда-сюда. Говорил. Последний момент. Это и есть то, что я говорил, Саня, успокойся. Понимаешь, Диман, вот ты вот, даже вот себя сравни, вот когда человек успокаиваешь, вот если он погнал, вот он просто не остановится. И кто согласен. Бы это ни был, ты, Вася, я, Крикун тот же. Красавчик, если вот он его... погнал один на один, я не встревал, ну как бы говорил, чтобы остановиться, там, Вася, что-то, ну мы с ним говорили, потом он его перебивал. Но я не лезу. Это не мое, понимаешь? Не, Сань, красавчик, там не 10 человек на одного. Красавчик. Один Сань. На один. Вот это я считаю правильно. Красавчик. Это вот это мужчина ответ. Сань, а теперь красив, два красив. Момента одних предъявлю, Сань. Без обид. Кому? Саньку. А за что ты ему предъявишь? Мне, да, ездил. Предъявить кому угодно, Вась. Да ты вот.
Вы давайте сами, я просто не знаю, что у вас там. А, Саня, вот я приеду, у меня есть два момента, мне просто, ну, интересно тебя, ну, знаешь... У меня есть, знаешь, сколько моментов, чтобы тебе это доверить? Ну, сидите, говорите. У меня два что момента. Что Вася сам первый полез, последнее дело вообще. Здесь также сидели люди на стриме и слышали. Ну, вот говорят то, что вот все люди говорят то, что... Спасибо большое за донат. Все люди говорят, что Санька там не прав. Вот, Саня, я... Диман! Знаешь, чем я тебе говорю, Диман, можно послушать меня? Вась, ладно, мы с тобой разберемся потом, когда приедешь. Вот нормально с тобой поговорим. Нормально, конечно. Сань, просто ты говорил, что ты не появишься ни на Ютубе, нигде. Ты удалился отовсюду. Тебе сторисы не нужны. Ты помнишь, когда мы ездили? Сторис тебе не нужен. Ты про то, что... Подожди, ты у Аркаши, что ли, имеешь в виду? Нет, зачем мне Аркаша? За Аркашу вообще разговора нет. Причем, вот ты сейчас берешь какого-то Аркаша. Нет, мне интересно, а где же я появился, кроме Аркаши? А с Гашком ты не ездил, что ли? Это кто был? Куда? При пане головой. С Гашком? С Гашком я поехал, потому что, Санек, Крикун, Диман попросил. Нет, вот Санек, просто, ты меч. Да ты что, не понимаешь, что ли, что он ничего не сделал? И та фотография, которую выложил, слышь, послушай меня. Ты за слова просто. Просто, ты помнишь свои слова? Ты просто... Послушай меня. Сань, без обид. Который сделал именно Крикун. Сань, так ты же не будешь нигде сниматься просто. Ты чё, дебил? Так это твои слова были, Сань. Тебя с язык не... Я чё там появлялся пару раз в кадре, ты чё, дурак? Ты свои слова вспомни, что ты вообще не покажешься, что ты, ну, я что... Я тебя сейчас... Что дальше тебе? Подащу. Что Ой, тебе это? Ты да, слова-то да, вспомни да. свои, что тебе это вообще не надо. Ты вспомни вы себя. Чё? Пацаны, вы что, серьезно? Вы оскорбили за то, что я появился на видео так, у Гашика? Нет, так нет, не серьезно. Вы что, серьезно? Серьезно, а как? Момент, а как? Когда я сказал, я Славику сказал, Слав, не снимай меня, потому что я не хочу. Знаешь что, когда не хочу, когда не хочу. Нет, Сань. А чё ты занервничал-то, Сань? Я тебе просто говорю по факту. Ты спрашиваешь за хуйню, понимаешь? За какую хуйню? Так я тебе просто вот говорю по факту. Я тебе просто по факту говорю. Вы чё, пацаны, вы чё поплыли-то? Да никто не поплыл. Здесь делать не за кадры. А ты себя вспомни, что ты кричал и что ты сделал. Не, ну на самом деле, Саня... Нет, ну это по большому счету правда. Из чего? За каждое слово подтягивай, тогда бы у нас уже... Сань, не кричи. Вот был бы Крикун, а тебя бы не было. И разговора бы сейчас не было. Просто мы-то... Не будет разговора. Да я-то говорю просто правду. Я-то этого, ну... Ты можешь говорить любую правду, я тебе сам предъявлю лично. Ну, давай. Санек, а было такое, было от тебя такое, то, что ты сказал, то, что когда меня посадили, когда я вышел, то, что все, я больше сниматься нигде, все, забудьте меня. Конечно. Было такое? Конечно, было. Так вот тебе Васек про это говорит. Вот тебе Васек про это говорит. Он просто не сформулировал свою речь. То, что было, поэтому я и не... А потом мы тебя, ты сказал то, что у меня сниматься на канале больше не будешь, даже если у меня будет новый канал. Твои слова были? Ты даже сторис не записал, это правда. Ну вот, смотри. И ты сказал, ни у кого сниматься не буду, и ты потом снимался. Это что такое? Ну ты же попросил. Он тебе про это говорит, Саш. Он тебе про это говорит. Можно объясниться. Можно объясниться за то, что ты попросил у Крикуна съездить к дяде Игорю. Правильно? Вот тебе весь момент рассказать. У тебя же машина не работала. Вась, ты можешь помолчать-то, Он сейчас правильно говорит. У тебя говорит. Же машина не работает. Он сейчас правильно говорит, Саш. Ты же не мог отвезти Крикуна. Так я ездил-то на чем, ёптымать. На чем? Машине, что ли? Давай я тебе, Санек, так расскажу эту ситуацию. Я позвонил Крикуну, сказал, покажи мне, я хочу зрителю показать, как дядя Юра живет. Правильно? Был такой разговор? Да. Был. У тебя машина что, какая-то была вообще как-то не такая? Вы где встретились? Что вы где встретились? Давай, Вася, вы где сам. Встретились? Давай сам. Вы где встретились? Не вот хочу, честно, где не хочу, брат. Не хочу, брат.
А зачем ты это говорил? То есть ты не хотел сниматься ни в одном ролике, ты знал, что будет съемка. Сань. Ну, учишься, учишься. Сань, это херня, вот понимаешь. Красавчик. Ты просто, ну вот. Ты нет. Подожди. Не, он тебе по факту, Сань, он тебе по факту. Я тебе просто говорю, как есть. Он тебе по факту говорит. Так вы подождите, вы хоть по одному не нападайте. Ну давай по одному, без разницы. Почему ты изначально заднюю сдал? Не могу, у меня там машина сломана, правильно? Мы попросили Крикуна, правильно? Кстати, ему звонили. Да. Так это было, потому что... Послушай. Так послушай, нет. Когда мы... Слышали? Точно, ёпта! Сань, я не могу тебя слушать. Ты сейчас себя топишь. Точно. Мы позвонили тебе, у тебя машина не работает. Мы позвонили тебе, у тебя машина была не... Ты сказал то, что у тебя машина не рабочая. Мы сидели вдвоем на заднем сиденье. Если вы вдвоем сидели, мы поехали. Красавчик, Вася, красавчик. Причем здесь Гашек? Здесь Гашек. Что машина сломана, блядь. А Санёк, ему да, он даже говорил, я поеду своим ходом. Я ему денег перевел. Меня не надо ловить. Я ему денег перевел, 2000 рублей. Санёк сказал, что он поедет своим ходом. 2 рубля перевел человек, он своим ходом. А потом мне звонят. Ты уже с Гашком сидишь. А ты уже с Гашком сидишь, ебаный. Это было правда. А потом ты сейчас что-то отнекиваешь. Красавчик. И ты знаешь. И ты знал, что потому будет что съемка. Ты не мне, а Саньку. Нет, без разницы. Так я тебе звонил, Сань. Ты сказал то, что у тебя машина какая-то не такая. Тихо, я никуда не поеду. Тихо, Диман, тихо. Я понял вас. Вы сначала нормально, а потом начинаете под пьем-то. Так не, потому что за правду, брат. За правду, ёпта. Нет, а ты просто говорил, что изначально тебя не будет ни в одном видео. Вот просто, давай изначально. Вот изначально к этому и пришли. Не будет, но мне хотелось увидеть съемку. Да хотелось, да хотелось, нет, не ответ. По факту. Я, знаешь, не понимаю, вот что бы ни произошло, я всегда буду виноватым. Нет, Сань, просто, мы не ругаемся. Так это правда, Сань, это правда, ёпта. Это факт. У меня тут проблемы свои жизненные, у меня тут сел, то еще что. Санек, это получается так, что, извини, конечно, то, что перебиваю вас, ваш разговор, диалог. Санек, я же этот, постоянно же, когда вышел, я постоянно в твоих проблемах в жизненных, я же виноват. Правильно ведь? Был. А, ну был, да. Был, на тот момент был. Ну да, на тот момент. Диман, я об этом не буду говорить. А чё, почему? Да потому что не хочу. Не, просто, Сань, здесь всё, я тебе просто вот правду скажу, ну это, а уж там Аркаша, это все мне... Это ваше дело, там, ну, что вы хотели, то и делали, вы взрослые люди. Послушай, Вот то, что ты сделал с Гашком, Диман, понимаешь, когда с Гашком на съемку. Диман, я, может быть, неправильный вопрос поставил, я не хотел сниматься вот в этой хуйне. Какой? Ну, не надо, не зели, Вася. Вот в том, что вот как бы там вот это было, типа вот эти вот показушные вот эти да вот... Да их и бы не было. Ты считаешь то, что Гашек это показуху делал? Да не Гашек, ёб твою мать, да, у нас с собой. Какое? А какая показушная? То есть получается, братан, написать смотри. Написать сториз тебе на то есть получается. Можно я скажу? Давай. То есть получается, брат, мы с тобой, когда к дяде Юре ездили, это показуха все была. Нет, я говорю вот эти вот моменты, когда кулаки, вот когда РЕН-ТВ поставляет так неправильно. Вот поэтому я тебе просто задал такой интерес, такой вопрос. Вот ты испугался, говорю, когда меня посадили? Ты испугался, когда меня посадили? Вот, я об этом тебе говорю. Ты испугался. Это потому что показывали по всем каналам эту хуйню, ты понимаешь? Какую? Какую? И тебе, и ты сразу... Да не, дело не в этом, дело не в этом. Я просто тебя понял. Я просто тебя понял, когда мы привозили вещи, я просто тебя понял, какой ты. Вот ты работаешь в скорой. Что тебе мешает... Допустим, со мной там сниматься или как-то. Ну вот. Когда показывают потом, что... И что тебе показывают? Что ты это сделал? Что ты такого сделал, Саш? Что ты такого сделал, что тебе... Вот я сейчас тебе объясняю. Я тебе пытаюсь... Ты Гашику объясняй. Гашику и Гриш... Как его? Используйте новые возможности с бесплатной кредитной картой Альфа-банка.
целый год без процентов. Ты со мной не хотел, ты сказал тоже, со мной никаких съемок больше не будет. А мы тебя просто наблюдаем у Гашика в ролике и наблюдаем на стриме в эту... Это называется двуличный хуй. Вот что называется, понял? Ты же не переживаешь. Вы там отчебучивали вообще, мне там скидывали. Послушай, там не было такой... Какой? Там не было ударов. У нас когда-то, удары были. Это единственный раз. Что у нас было? Почему ты выбрал не меня, а других людей и сказал мне, что я у тебя сниматься не буду? Я тебе объясню, но только не нас, не здесь. Не, объясняю. Почему? Мы здесь за правду, брат. Я молчал, Диман, на три минуты. Двуличная тема, ёпта. Наплескал, вот Сань, по правде. Я буду для тебя кем угодно, двуличным каким-то. Но это не так, Сань, это не так, брат, это не так, это не так. Я не считаю себя таким. Нет. Я никого не защищаю, но вопрос, а зачем Вася снимался у Гаранина тоже в роликах, когда ты, Дима, был в неволе? Потому что я из этого не вижу выгоды. Я не вижу выгоды, я из этого деньги не получаю. Да при чем есть выгода, Сань, ты сам говорил, это твои слова были. Диман, послушай. Ни на одном видео ты не покажешь, Сань, это твои слова были. Пытаюсь добиться до твоего... Если ты мне сказал то, что... Не, все, никаких съемок больше. Были твои слова? Были мои слова. Вот. То есть они... Не, подожди, стой. Они какие-то другие, да? Они какие-то другие, братан. Я тебе могу сделать сноску, небольшую сноску. Знаешь, что такое сноска? Да. Сноска, знаешь? Если не будет трэш-стрима. То есть ты говоришь... что у нас постоянно на канале «Хочу пожать ТВ» был трэш-стрим. Это ты сейчас такое сказал? Нет, это твои слова. Ну ты говоришь, постоянно. Под сносок. Нет. Типа трэш-стрим. Постоянно, я не говорю, постоянно. А у нас... Ну а как у нас был трэш-стрим? Сань. Ты сам знаешь, как я ко всем относился. Ты за мой счет постоянно, кого я всех делал. Деньги, деньги... Подожди, стой, секунду. Диман, пожалуйста. Я постоянно машину делал. Санёк, и ты мне говоришь то, что у меня трэш-стримы. А, Сань, можно я скажу? Подожди. Успокойся, пожалуйста. Кто делал каждый Новый год? Кто делал? Чего делал-то? Кто каждый Новый год выпуск делал? Кто делал? Так ты делал, ёпта. И ты говоришь потом, и каждый выпуск, когда я приезжали, кто делал? Нет, а при чём есть машина-то? Тьфу на тебя, ёпта. Ты не прав. Тебе пошли. Да при чем есть твоя машина, ёб твою мать. Сань, я тебе платил нормально, брат. Да здесь не оплатил. Я тебя всегда... Ты просто как следствие ведет колобки. Ты просто боишься сниматься со мной. Знаешь почему? Потому что у меня уже как бы ко мне, прилетело. Интерес, прилипло. Да, прилипло. И поэтому... Ты можешь говорить всем, что угодно. Это не так. Я всегда для вас делал вот так. По-простому. Дим, не то, что для них, а вообще всегда по-простому. И ты это сам знаешь, Сань. Послушай, это не из-за этого ты... Вот я тебе честно скажу, Диману надо было на суд съездить. Ты помнишь, какого числа? Да, зачем ты вот эту мелочь? Так нет. Давай за правду. Послушай, ты ему даже не звонил. Слушай, Вась, ты что делал, блядь, натурин? Иди нахуй, а ты возьми такси да съезди, сука. Или у тебя что? У тебя обещание было твое, не мое. У тебя есть только... Я тебе отвечаю. Вот еще один ган, видишь, где друзья-то, когда правда глаза колет, сразу камбала, ёпта, вот поэтому я тебя и учу. Ну молодец, Диман, спасибо, ну честно, учи дальше провоцировать людей, Диман, так никто не... пьяный сидит,
Он тебе говорит правду, Саш. Я тебе правду. Он тебе говорит правду. Я тебе хоть раз соврал вот в этом моменте. Я тебе хоть раз соврал. Я тебе соврал хоть раз. Да ты... Ты максимум сделал, что ты на побегушках был. Да ты максимум вот это сделал. Ты сам я не сделал. Так я этого не отрицаю, я не мог ничего сделать. Санек, что я мог, то я делал. Что-то мог, Санек, что ты мог сделать, это сказать, что мне на работе за это что-то предъявляли. Хотя тебе ничего не предъявляли, понял? Базара нет. Но я хоть какую-то копейку скинул. Мне человек один. Мне человек со скорой. Мне человек, который работает вместе с тобой. Знаешь, что сказал? Вот честно тебе скажу. Я даже, ну я не знаю, там снимется, не снимется. Он сказал: Саня для тебя не друг. Да ради бога. Я не добиваюсь быть друзьями. Я добиваюсь... То есть получается, сколько я для вас, для всех, сука, для вас, для тебя, для всей бригады, для него именно, для тебя, я делал, и вы, ну, типа, а я-то кто? А я-то кто, слышали, а я-то кто? Да базара нет, Саш, базара нет. Я-то кто, брат? Вот с этого и начинай. Когда у тебя с девушкой было все хорошо, ты говорил твои слова. Когда у тебя сейчас на личном плане, поэтому я тебя спросил. Сань, если ты что говорил? Ты это сделал. Слушай, как тебя назвать, брат? Ты тоже много чего видишь, говорить. Да базара нет. Говорил, да базара. Ты все равно с ним общался. С кем? С Гришей. Тогда говорил, не будешь общаться. Базара нет. Так я тебе сейчас говорю, брат. Вот если бы не дай... У меня деревянная голова. У меня с Гришей другие вообще моменты. Понимаешь? Я понимаю. Вот послушай, тоненькую такую повесть. Ты меня считал за друга, правильно? Послушай. Подожди секунду. Мне Гриша пишет, и эти письма все есть, брат. Я не буду их просто поднимать. И вы... Не